Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, с вами Краст и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами продолжаем проходить Black Mesa. В прошлой серии мы остановились на том, что мы с вами победили, получается, босса Гонарха, который рождает хиткрабов и еще какую-то нечисть. И сейчас с вами мы опускаемся куда-то ниже, дальше, в какую-то пещеру. Я не знаю, конечно, куда она ведет. Надеюсь, к финальному боссу. Но, по крайней мере, в дальнейшем, я думаю, мы с вами посмотрим, поймем, что тут будет происходить, на кого мы с вами наткнемся и, в принципе, что нас будет дальше впереди-то и ждать. Пока что мы с вами просто идем по какой-то длинной, непонятной пещере. Возможно, куда-то она нас и выведет. Ага, на нас уже злятся. Ну, судя по всему, мы, наверное, идем все-таки к главному боссу, главгаду или типа того. Ёпа-мать. Нарушитель. Какая-то база. Эти херовины, которые в прошлый раз нас пытались убить. И что-то там происходит. Скорее всего, мы добрались до этого основного острова, я так понимаю. Но нам надо как-то попасть, видимо, вот туда. Потому что патроны нам все равно какие-то необходимо собирать. Потому что сейчас их у нас довольно мало. И вот так вот перепрыгнем, я не знаю. Ёпа-мать, куда дальше-то? Слушай, товарищ, я, конечно, не против, что ты такую херню подлянку мне делаешь. Но, блядь, а дальше-то мне куда? Давай сюда попробуем. Опа! Ага, фартануло. Допрыгнули. Тоже допрыгнули. Давай, нет, родной, блядь. Не повезло. Сразу же помер. Ой, господи. Так, ну давай еще раз. Попытка номер... А, блядь, да куда ты в сторону-то, сука? Че за хуйня? Почему он в сторону-то улетел? Ты в че зацепился-то, блядь? Хуй пойми. Так, ладно. Вот так мы долетаем. Чуть-чуть долетели. Ага, все. Долетели, тут патроны, тут хорошо, тут жизнь, а все для нас. Вортигонты возмущаются. Видимо, им не очень эта война все приглянулась. Скорее всего, наверное, там раненые. Суки бьют их. Так, вы чё вортигонтов бьете? Они ж не виноваты, что вы такие бестолочи, блять. Мужики, я вас спас. А вы где? Эй. Ага, они напугались. Бедолаги, блять. Ребята, вы где? Вот тут? Это что такое? Зарядка? Не, ну неплохо, слушай. Я думал, будет хуже. Тут не открывается, это не отрывается. Тогда вопрос. Куда нам идти-то дальше? А, вортигонты здесь попрятались. Ну, убивать, я думаю, их не будем. Ага, они еще не умеют говорить на нашем языке, понятно. Так, а куда мне идти-то? Ну и нос, блядь. На вот эту хуйню, что ли? Это... Нечто. Давай опускайся. Блядь, не получилось. Ну, видимо, да, мне надо на него залезть и дальше пойти. Так. Я залез куда-то. Какие-то треугольники, блядь. Розетки везде. Чё сделал? Я что-то открыл? Какая-то лампочка горит. Куда-то я поехал. Не совсем понимаю, что я вообще делаю. Но я так понимаю, я где-то на базе нашего основного, так скажем, врага. Ну, куда-то мы доехали. Блять, что за яркие вспышки?
О, господи. Ага, тут в Артигон ты что-то шаманит. Ну, по ходу дела, они тут и живут. Может быть, они там в телепорт уходят на землю, которая ведет? Так, это зарядка. Ребят, что делаем? Может, дверьку-то откройте? А он поддерживает их. Да откройте мне уже дверь, не буду я вас убивать. Может быть. Элонга. Элонга. За тобой идти. Ну, походу дела им тоже не нравится вся эта херня. Какие-то крабы ходят. И чё вы спорите, типа... Вы, может, мне что-то дадите? Так, понятно, короче, это без толку стоит ждать. И чё это? Хуйня какая-то. Так, ну я что-то включил. А кристаллы, по-моему, те же, что, короче, в черной мизе они были. Так, ребят, я так понимаю, вам всем похер на меня, да? Ну ладно. Ну, видимо, им уже надоело воевать. О, здорово. Ты тут живешь? Ну, походу дела, да. Блять, не открывается. Так, как мне туда попасть? Вентиляция есть. Допустим, а вентиляцию как попасть? Блять. Может быть, на корзинку вот эту залезть надо? Сука. Что с этой? А, может сюда просто пойти и все? Типа нахер эту вентиляцию? Ну, в принципе, тоже логично. Это деревья, блять, из корней почему-то не открываются. Так, это что такое? Не пиликается. Я буду тыкать все, что я вижу светящееся, потому что тут непонятно, что кнопка, что чё. По крайней мере, так сразу поймешь, взаимодействовать с этим надо или нет. Я буду тыкать все, что, короче, здесь увижу в своем пути. Ага, типы здесь. Патрончики. Угу. Ой, блядь. Так, ребят, пацаны, открывайте мне дверь. Они их в рабство взяли. Ага, я понял. Вас контролируют, пацаны. Так, мужики, я вас сейчас спасу, подождите. Я понял, что эти мозги вами управляют, все. Все, я вас освободил. Нет, не освободил. Еще одна летит, блядь. Ёпта, гигантская мега-башка еще летит. Так, а чё ты, блядь, сука? Стоит тут надо мной, что-то колдует, блядь. С хуй знает почему. Все, все упали, все закончили. Где еще битва? Непонятно, что здесь вообще уже происходит. Куда ты за текстурный улетел? Ёпта-мать. Где ты? Козлина. Или это тот, кто с неба кидал? Непонятно. Чё, все? А дальше-то мне куда тогда? То есть все, я победил, раз музыка закончилась боевая. Чем делать-то, блядь? Ага, мужики здесь в шоке, понятно. Так, ну там внизу что-то моргает. Скорее всего, наверное, мне туда надо.
О, кого-то ёбнуло током. Что-то открылось тут. Наверное, сюда надо. Лифт. Ебучие лабиринты. Вообще не понимаю, куда мне. Так, ну тут что-то есть. Какие-то корни опять. Здравствуйте. Никого живого здесь не видно. Так, ну главная цель, нам надо убить главную летающую башку, Нихиланта или как там. Вроде правильно я сказал. Но я надеюсь, что мы сейчас к ней вообще идем. А не хер пойми куда. Блять, как тут? Ладно, хотя бы этот двойной прыжок есть. Блять. Вот ненавижу этот паркур, блять, сраный. Он вечно, сука, перепрыгивать приходится. Не получается мне залезть на эти штуки нормально. Так, давай-ка. Может, сюда? В принципе, сюда залазим. Так, и давай с тобой. Вот это вот сейчас. Ага, о. Перелетели. Так, вопрос, куда мы опять идем? Ну, явно это, наверное, не тропа к боссу. Может, и к боссу видит. Черт кто знает, какая-то говнотечка просто бежит здесь. В канализации бегаем. Ага. Прогрузка карты у нас неожиданно началась. Хорошо. Куда идти-то, блядь, дальше? Не понимаю. Может быть, сюда? Это что, фонарик? Нет. Просто какие-то лабиринты, блять, я вообще не понимаю, куда я иду. Ну, пещера какая-то, ну, может, сюда. Тоже очередная говнотечка здесь. Опа. Не нравится мне этот дядя, пожалуй, я просто побегу. Потому что того дядю мы обычно не убивали. Ага. Блять, ебаный корешок. О. Еще один, блядь, да ты чё, сука? Это чё за рофу? И, блядь, беги! Ну беги! Нет, я сюда, пожалуй. Да пошли вы нахуй, блядь! Малыши, сука, уйдите, блядь! Так, куда? И что это за корешок, блядь? Нахуя я сюда залез? Вообще хуй знает. Так. Перелетели. Ой, блядь. Не, ребят, я лучше вот сюда нахуй пойду. Блядь, да вы чё нахуй? Вы чё отовсюду? Блядь, здравствуйте. Вас что-то многовато как-то не кажется вам? Ёб твою мать, блядь. Еще один. Это уже восьмой, блядь. Я понял, от вас надо бежать. Просто, блядь. Иди нахуй, блядь. Ах ты, блядь, такая. Раздавил его. Ну и правильно сделал, пидорас этому. Осуждаю подобные вооружения, но на эмоциях и не такое скажешь. Ёпта. А я упал. А, ну тут можно проползти. Давай. Он просто корешки ломает, как терми... Не-не-не-не-не-не-не-не. Огоньком не надо мне подавать. Ёпта, блядь. Как сюда-то? Блядь, спасибо. Блядь! Пизда. Я поторопился. Я умер просто. Блядь, давай по новой. Все хуйня. Давай. Ёбаный корешок, сука. Спасибо, блядь. Да я не курица, блядь. Не надо меня жарить. Давай. Перелет. Опа. Все. Вот так вот, блять, вам. Ага. Понятно вам, блять? Стоят там, смотрят на меня. Вот так вот бывает. Не возьмете Гордона Фримена. Блять, а куда вообще? Нахуй, что за... А,
мне сюда надо было залезть. Все? Ничего сделать не можете, да? Вот так вот, блядь. Съебался от вас. В ужасе просто. Так, какой-то очередной дом. Может, на этот корешок надо? А то водичка не первой свежести тут бежит. У нас это вообще воды можно, канализация какая-то. И куда? Твою ж мать-то, блядь. Куда, что ли? Ну, такое себе. Плыть куда-то вверх по течению. Эти загрузки постоянные. Не, ну может мы к финалу очка движемся уже просто. Пещерка какая-то. Нихуя себе. Интересный поворот. О! Здравствуйте. Черная меза припасов прислала. Зашибись. Питание 50%. Надо еще набрать электричество. Это что-то маловато как-то. Ребят, может еще электричество подойдите? Ага, спасибо. Понятно, ему тоже уже все это остопиздило. Тут закрыто. А здесь еще тупик. А тут тоже. А, тут нет, тут решетка. Ладно, сюда пойдем. А с этой стороны не пробивает. Понял. Надо, значит, пробить с этой. А, тут и решетка, ты типа пройти не можешь. Какой-то генератор, блять. Это что такое? Ортигон разговаривает. Что это за хуйня? Ортигон, ты что это за шляпа? Это какой-то источник, я не знаю, или что это, блядь? Ну, тут какой-то Mountain Dew наливают. Блядь, а куда идти-то, я не понимаю. Может, вы мне проводите за руку-то хоть? Чтоб я такой, типа, сюда вот иди, например, или туда, я не знаю. Просто я-то тупой, я не понимаю. Блять, бочка это была, оказывается. Ну, прикол. Но тут дырок нет. И сейчас непонятно, куда идти. Че, в лужу утонул какой-то. Слушайте, Вортигон, ты, может, реально помощь нужна? Я и это... Ваш спаситель Фримен заблудился. Он не понимает, куда ему, блядь, идти. Наверное, вот в эту шляпу, наверное. Я не знаю, что это за миксер, но... Хотя поднимает. Ага. Так, отрубаем все, мужики. Вырубаем данные аппараты. Это вообще за хуйня? Нихуя непонятно. О! Заправочку врубил. Спасибо, мужик. Ага. Со мной не хочешь пойти? Так, а здесь что? Что-то не работает. Или работает? Ага, жижа на второй уровень поднимается. Так, я понял. Сейчас давай еще выше. Так, здорово, мужик. Теперь надо здесь что-то включить. Ага, вон туда надо, я понял. Так, ребят, что тогда до вас долечу? Оба, здорово. Так, что у вас не работает? У вас тут...
Блять, а это откуда? А, это вообще не отсюда. Ага, вот так питалово сделаем. А это что за шляпа, как туда забраться? Ахуй его знает, давай вот здесь заберемся. Вроде бы здесь подъем. Запрыгиваем. Тут что-то тоже не работает. Вентиляторы вот эти. Надо, значит, его вот сюда. Ага, все. Он наверх поднимает. Мне туда сейчас надо, что ли, или что? Ну, посмотрим. А, вот еще какая-то тут херобора. Так, это отключается. Значит, втыкаем сюда. А здесь мы что втыкаем? Блять, как туда залезть-то? А-а-а! Подъем-то здесь? А я думаю, все, ловушки. Давай, поднимай. Ну, что так долго-то? Уж миксер как-то плохо работает. Ага, все, врубили. Вторую ебашь давай. Вторая передача пошла. Дальше куда? А дальше туда надо. Так, давай подъем. Я сейчас к вам всем должен прыгать, что ли? Я не понимаю, блядь. А дальше-то, ёпт. Что-то я не втупляю. Куда мне, блядь? О, тут очко какое-то. Наверное, сюда. Так, здорово. Че, у вас тут? Что-то тоже у тебя какие-то тут вентиляторы работают. Хотя тебе надо не вентилятор вовсе включать. Скорее всего. Так, ага. Какая-то хуебетина. Давай вот сюда. Все? Заработало? Ты пойми, я что вообще включил, блядь? А это что? Какая-то вилка. Ага, я перегруз сделал. Какая-то шляпа лопнула. Мне надо все перегружать, что ли? Я не понимаю. Хуйня хуёво работает. Так, какие-то сложные механизмы пошли, в которых я что-то... Ёпту мать. Вообще не понимаю. Бляха-муха. А куда дальше-то? Да что ли? Здравствуйте. У вас тут что-то вообще... Нихера не работает, ребят. Давайте хоть это как-нибудь запустим. Вот этот вентилятор вам нахер не нужен. А вот это подадим. Здесь у нас еще один, блядь, вентилятор. А ты как его туда засунул? Да что, прикол такой? Ты как его туда поднял, блядь? А, ну, наверное, какой-нибудь тут это. Это он хуёво поднимает. Чё-то нихера не понимаем. Так, хорошо, давай вот эту вот хуйню еще сюда воткнем. А, она сюда не втыкается. Может сюда? Ёпта, блядь. Тут тоже шляпа какая-то запитана. Так, давай сюда залезем. Что это, блядь? Это шляпа. Как туда залезть, блядь? В окошко твое ебучее это. Как оттуда розетку, блядь, выдернуть? Сука. Ёпта, блядь. Нихуя себе паркур. Может быть, еще раз попробовать? Давай, нет, не, до... не берет. Так, а чё? Куда, блядь? Да что ли? Давай сюда пойдем. Тут какой-то говняный путь, скорее всего, он куда-то ведет. Ой, тут кто-то зашит. Это организм какой-то, что ли, или чё? Так, еще одну шляпу оторвали. Давай сюда его втыкаем. Розетку ты нам выплюнул, розетку сюда. Так. Но тут не хватает кабеля. А этот кабель вот. Но, блядь, мне надо какой-то этот пуфик. Я не знаю, может быть, достать его как-то можно.
Давай его попробуем. Сука, блять, вылазь! Нет, не вылазит. Мужики, мне непонятно, а как мне туда? Что делать-то, блять? Как тут залезть-то, нахуй? Может, где-нибудь здесь путь какой-нибудь? Не, здесь просто... Я здесь прыгал с разбега. Так. И там не залезть. А где залезть? Как оно залезть? Помогите... О! Нормально. Ну, может быть, вот так надо было? Отсюда, если на вот эту шляпу залезть. Мне интересно, я вообще правильно прохожу игру? Ага. А, там все, скрытая стена. Надо типа это, разбежаться так вот. Блядь, не знаю, может еще раз попробовать? Да, сука. Надо как-то туда залететь, в эту дырочку. Ага, во. Да, блядь! Сука! Все? Ага, я бы сейчас спустился, а ты такая, ахуй тебе, это не выпало. Все. Опять какую-то жопу прорвало. Где? Что? Покажите, я не вижу. Контроллер пришельцев. Так, кому-то явно мое присутствие здесь не нравится. А, ну у меня и патронов нет. Дядь, ты где? А чё, блядь, сейчас произошло? Он мне в очко разорвал напополам, что ли? Блядь. Вот ты где. Сука, блядь. Да, блядь, ребят, подождите, пока не бейте. Обоссыте, но не бейте. Так, один есть. Ща я вас спасу. Мужики, блядь, не стреляйте в меня-то. Хуйло, блядь. Мозговито. Так, сука, где ты? На нахуй, блядь. На, блядь, все. Так, еще один. На. Все, вы свободны? Работяги, нормально все? Вроде все нормально. Тут что-то тоже прорвало дорогу. Давай посмотрим, куда видим. Ой, тут что-то все это сверкает. Искрится, как надо. Блять. А че меня убило? Там 220, что ли, ебашь, я не понимаю. Или 330 уже, блядь. Ой, сука, сначала это все. Да, блядь, ну вы че нахуй? Ладно, сейчас по стариночке давай. Куда ты, блядь? Оп, нахуй, все. Сейчас тебя, блядь, тоже нахуй. Подожди, я перезарядочка у меня. Опа. Готово. Мужики, вы хоть сражаетесь тоже? Мужики, блядь. Да, сука. Так, мозговой шарик. Активность. Сука, блядь. МП-5 свой вырубай. Тут и шо, блядь, с тобой делать-то, нахуй? Я тебя сейчас вот этим вот... Все. Отдыхай, блядь. Сейчас скулит кто-то где-то, блядь, не понимаю. Так, ну вот это током искрится, хуебесина. Вот так прорвать. Все нормально, током не бьет. Ага. Блядь, здесь тоже этот анус прорвало, током хуярит. Так, ну давай туда хоть прыгнем. Может, нам сюда надо? Фу, блядь. Давай сверху пойдем, чем? Да куда ты, блядь, на этом, на своем пердеже, блядь, полетел? Надо аккуратненько здесь, ты это... Буль-буль сделал, все, нормально. Так. Дороги дальше здесь тоже нема. То есть мне еще и обратно возвращаться, что ли? Давай хоть так. Мне вообще впадло пешком-то идти. Так, подъемчик, нормально. Давай, оба! Ну вот этот анус тоже забрались. Ёпа, мать, здесь тоже пизда какая-то. Ну ладно, допустим. А здесь где? Где шо тут?
я даже не вижу. Так. Так, ну у тебя прям очко рвет, но я не понимаю откуда. Какой-то каналий сливается, блядь. Я-то где? Что у тебя шишка горит? От чего, я не понимаю. Так, может сюда обратно? Это вообще не видать. Не, мне кажется, надо куда-то явно идти. Может в это? Блять, а нахуй в это болото упал? Не, здесь что-то по-любому есть, неспроста. Вот, тут вытяжка есть. Ага, всосало меня в этот пылесос. И что, выплюнуло обратно? Ну и нахуй я в это сосало лес. Не, что-то хуйня какая-то, что-то должно здесь быть. Я не поверю, что тут пусто, блядь. Да вообще не понять. Ебучий случай, блядь, что здесь делать нахуй, я не понимаю. Это что за азбука Морзе-то, блядь? Она еще током хуярит, я даже не пройду здесь. Я не знаю, мне кажется... А, вот оно сосало, где было-то спрятано, все. Справили. Давай, сосало. Все отлично. Залазим сюда. Так, восстановительный тут аппарат. Заправляемся. Под соточку, ну вообще замечательно. Далее мы идем к... Что это за хуй-то вообще? Какой-то камушек. А можете это открыть? Это ж явно какая-то важная херота. Может быть, ее я сломаю и типа мир спасу? Мне похуй вообще, ну ладно. Так. Это два ануса тут растянуты. И кубики. Ага. От гололонка оно самое. Так, давай сюда провалимся. Блять, я в каком-то очке что ли нахожусь? Это че точно? А че она стрельнула? Ладно, это фальшстарт. Дальше куда-то опускаемся. Какой-то кишке лазим, я не знаю. Еще в какой-то херне. Куда вообще попали? Что мы тут, блядь, делаем? О, тут гондоны те летают. О, спасибо. Может, тут какой-нибудь проход есть? Вот, допустим, такой. Что это за шляпа, блядь? Мужики, а... Это что за сардины в банке? Понятно. Ой, непонятно, ответа никакого не дадут. Вот центрифуга, блядь. Ой, похуй, она ничего не делает. Нам сюда надо? А какой хуй это я сделал? Так, ну этот тик-так куда-то плывет, значит он для чего-то нужен. А-а-а, вот он куда и плыл-то, малыш. Хорошо. В смысле, блядь, соприкосновение-то с ним это взрыв вызывает? Вы чё, блядь? Я ж чуть без жопы не остался. Как так-то, блядь? А, вон тут тоже эти сардины плавают. Их из воды вытягивают, что ли? Блядь, никого тут в воде нет. А, вот эти пушки, которые у меня. Вот эта шляпа. Ага. И чё? Какого хуя? Ну зачем я сюда поднял? А, надо просто туда встать. Типа, да? Туда вот так встал. Чья-то хуета упадет. Вот сюда снова встаем. Куда дальше-то, блядь? Не понимаю вообще.
наверное, туда. Ага, пульт. Кнопочки нажимаем, ничего не происходит. Так, здорово. Ага, тут уже розетки нет, тут не выдернешь. Там оружие, ну как бы хуй с ним. Запариваться только зря туда идти. Так, здорово. Здорово, 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 всем привет. Продолжайте работать, не обращайте на меня внимания, я просто хожу мимо. Рассматриваю все, чем вы тут, блядь, занимаетесь. Так, очередные консервы здесь. Угу. Тут какой-то пылесос. Сквозь текстуры всосало. Я где? О, здрасте. Розетки подкинете, тут не хватает. Блять, зафризило. Это самая тупая смерть за всю игру, блять. Я просто подошел. Я ебнул током, блять. Не знаю, может. Типа гранатку туда. Нет, тут хуйня какая-то, я туда даже не залезу, вы чё? Блин, тут вообще под клеткой. Так, ребят, здрасте. Я тут охерел немножко. Мне бы вот этот ваш термоядерный реактор остановить как-то. Здесь что, дверь открывается? Давайте что-нибудь придумайте. Ага. Подъемник тут. Ага. А это чё? Оп, розетку выдернул. Хорошо. Куда я её должен нести? Так, я включил. Дальше куда-то иду. Вот это надо выдернуть. И вот сюда включить, наверное. Отлично. Так, теперь наверху надо ту штуку достать. Блять, а как? Это кнопочка, нет? О, какая-то хуйня подъемная. Так. Да блять, сука! Почему меня эта хуйня вечно убить-то пытается? Конечно, при смерти чуть не сдох, блять. Так. Ах, нихуя мы какие умные, блять. Все? Ага. Все, выпало у вас. Жопа, блядь. Готово. Ёб твою мать. Так, понятно, я походу весь цех взрываю их. Какие-то трупы выпадают. Ага, этим опять не нравится, они здесь, блядь. Да вы заебали порабощать этих засранцев, блять. Ну, ёбан. Меня просто шею сломали, блять. Ёб твою мать, блять, эта игра это пиздец какой-то. Я чё с 4 хп должен сделать, по-вашему? Я, блять, супергерой, что ли? На нахуй. Это, блять, безвыходное положение сейчас, ребят. Я не знаю, что делать. Я должен просто как-то... выжить, блядь, в данной ситуации. Да ёб твою мать! Отстой! Я умер зря. Блядь, думай, чё делать с 4 хп? Надо как-то самонаводящими их ебашить. Да, блядь, нет, это вообще не вариант. Я не знаю, может как-то... Ах ты шлюха, а. Ага, блядь. Ладно, сейчас будем делать по-другому, блядь. У меня тут было вот это вот я оставлял на черный день. На, блядь, жри, сука. Ой, блядь, 2 хп... 1 хп, блядь, суки. Ну,
ну охуеть, у меня игра вылетела. Вообще все в шоке. Так, я перезашел в игру, но ситуация не поменялась. Я не знаю, что делать мне, блядь. Ну, меня эти сразу же убивают, блядь, я не знаю. Тут ситуация безвыходная на самом деле. Да, бля, ну почти, кстати, вот так. Сейчас попроще было. Может, сейчас и выкрутимся, в принципе-то. Все? Как бы... Ну ситуация все равно как бы хуй в говне, блядь. Даже я не знаю, что делать. Тут все в электричестве, блядь. Может, что-то сломать надо? Как, блядь, выйти-то отсюда? Я даже не знаю, слушайте. Я как бы их спасти спас, да, допустим, но... Блядь, F6 надо нажать. Ну тут электри... Вот этот шматок с салом сейчас хуйнем. Только спадет, да? Да, спал. Вот сейчас сюда прыгаем. Где-то еще один шмат. Но я его не вижу. Может, а гранатка хуйнуть? Давай по-другому попробуем. Да в пизду, давай так прыжок. Ага, мы приземлились. Хорошо, допустим, я так долетел. Дальше куда? Хуй, тут дверь закрыта. Блять, ну куда тут нахуй? Я даже не представляю. Тут может еще какой-то шмат болтается волшебный, который надо ёбнуть. Но я ничего не вижу. Блять, ну тут вообще не видать. Мне кажется, я сейчас в безвыходной ситуации. Не, ну это было, в принципе, близко. Надо попробовать еще раз. В принципе, это довольно было близко. Не-не-не-не-не-не-не. Ага. Ага. Все. Я живой, у меня 4 хп. И я нажимаю F6. Так, ну давай еще раз. Допустим. Вот сюда. На вот эту хуету. Блять! Говорил же, на ту хуету. А тут дверь закрыта, блять. А куда? Может, он куда-то вниз должен вести? Это было долгое падение. Давай еще раз. Блять, ну должен какой-то смысл в этом быть. Угу. Ну как бы ситуация хуй в говне. Ну куда мне, блять? Не оттуда надо прыгнуть, что ли? Да ёбана в рот, блядь, этого казино. Что тут делать? Я не понимаю. Я не понимаю. Мне надо как-то туда, видимо. Сейчас мне надо на самую верхнюю полочку допрыгнуть. Ага. С F6 нажмем, и мне надо вот туда прыгнуть.
перелетел, блядь. О! Как плавненько на очке проскользил, вы бы знали. Мне кажется, в этот момент Фриман сам охуел. Ой, блядь, а куда это сейчас ведет? Ну, что я иду? Куда вот я иду? Я вообще понятия не имею. Ну, явно куда-то иду. Ага, здрасте. Это очередная это консерва с этим. Блядь. Что с этой игрой? Почему она вечно фризит, блядь? Я не понимаю, как нахуй она вообще работает. Она постоянно какую-то хуйню выдает. То, блядь, вылетает, блядь, то залетает, то, блядь, загрузки, то не загрузки, то краши какие-то. Ой, короче, пиздец, из этой игры немножко хуеваю. А, с вами был Краст. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до новых встреч. Увидимся в новой серии. Всем пока.